Первый уход выполняется под углом к линии атаки. Все остальные с разворотом примерно на 90 градусов относительно предыдущего. Еще раз посмотрите комбинацию целиком. Защита от вооруженного нападения. Для защиты от вооруженного нападения используется сходная система уходов. Отличие заключается в необходимости контролировать вооруженную руку противника более тщательно. Убивание противника также может быть произведено с использованием его оружия. Вспомните уход. Чуть ранее такая техника показывалась от ударов ножом. Видите уход на четвертом базовом движении корпуса. Этот уход также соответствует принципу тени, который был нами рассмотрен против ударов рукой и ногой. Посмотрите.